Приморье прошла торжественная передача 12 внедорожников УАЗ и Нива на передовую в зоне спецоперации. Отправка партии техники на фронт имеет большое значение не только для технической оснащенности наших войск, но и в моральном плане. Продолжается празднование Дня Победы, 79-ю годовщину, которую отмечаем именно на тех же самых полях. Воюют ребята с 5-й армии, воюют ребята с 83-й бригады, с морской. Прокуратура передает вам 12 автомобилей. Это благодаря слаженной работе краевой Приморской прокуратуры. Вот, все машины были восстановлены. Нивы ранее находились на балансе Приморской прокуратуры. После обновления автопарка ведомства эти машины передали в распоряжение военных. Произошло обновление автопарка, и по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации мы провели работу через Росимущество, через Народный фронт. При поддержке правительства региона, значит, эти машины были доведены до надлежащего состояния, и сегодня вот губернатор торжественно их передал на благо группировки войск от Приморского края, которые участвуют в свободной военной операции. Уверен, что эти транспортные средства будут востребованы и помогут нашим бойцам в реализации поставленных задач. Также два новых микроавтобуса УАЗ передала одна из крупных автокомпаний Приморья. Еще один микроавтобус отдал фронту житель Владивостока. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.